Всем хай, с вами Роман, и мы проходим Assassin's Creed Братство Крови. Сейчас мы залезаем, на эту херовину. И смотрим эту замечательную прям заставу. Надеюсь, ты была добра к нашей гости. Я бы зашила ей рот. С большим удовольствием. Я бы предпочел, чтобы он был открыт. Что? Ты поговорила с папой о деньгах, которые нужны моему банкиру? Сейчас его нет в замке. Когда он вернется, его еще придется убеждать. Ты же справишься, верно? Конечно. Но здесь так одиноко. Мы так мало времени проводим вместе, ведь ты постоянно занят другими делами. Скоро. Я стану правителем Италии. А ты... моей королевой. Ой, блин, даже он заткнется, а? Тогда он ты весит. Забудешь об одиночестве. Скорее бы. Веди себя хорошо, пока я не вернусь. Это сложно, чуть ли не затошнило от такой милой, милого разговора. И вот сейчас вот все полезли. Сейчас вы не поверите, но я каким-то боком я зацеплюсь. Открыть ворота! Капитан генерал! Каким-то боком Эцио зацепился за палку-то. Торчащую. Макиавелли будет очень так разочарован. Он прям в говно сделался, в лепешку просто. Чтобы не подтормаживает, надо. Тормаживает, не должно появиться. И вот, зашибись. Это все какой-то вообще бронированный там вообще. Такого с этой грохнул. Здоровье чуть уменьшилось. Мы его установили. Сейчас обратно бежим. Я вам говорил в прошлом видео, самое главное здесь не падать. Потому что, блин, получается так, что за вами такая погоня. И нужно очень быстро залезать эту фигню обратно. Там будет в конце миссия такая, что нужно будет сбежать с Ватикана. Блин, это такой геморрой, я вам скажу. Это, конечно, нереально. Там вроде как везде стены, куда ты не поставишь метку, все равно тут, как сказать, оттуда столько беготни, это вообще ужас. Получается, сам вообще, как сказать, там, вслепую бегаешь. Это, ну, правда, не, это плохо. Ну вот, сейчас мы обратно залезли. Сейчас я уже не должен упасть. Залезаем, прыгаем. Прыжок. Вот ты, блин, лагает. Падаем, зацепляемся, блин. Как он не падает, а у него руки каменные, мне кажется. Если он с такой высоты, он килограмм так 15, ну, килограмм так 100, с чем-то он с небольшим весит, потому что все железные доспехи, все это много весит. И еще какие у него пальцы-то должны пойти, там железные какие-то тоже. Ну вот, мы уже зашли. Я говорил, что это в прошлом видео, что я эту часть вообще ненавижу. Открой камеру! Столько беготни, просто так. Как прошла дорога в Рим? Ты ехала в личной карете Чезаре? И это Шмара наша, Катерину сейчас как долбанет. О чем он говорил? О планах насчет Неаполя? Тебе они понравились? Не помню. Возможно, ты запомнишь вот это. Будешь знать свое место. Была бы, вот у нее была возможность, вцепилась бы, да. Валает мощь. Вообще прикольно было бы. Борьба такая. Файтинг. Женский. Вот спасите Катерину Сфорцу из тюрьмы. Каким это боком-то, а? Вот столько вот этой фигни. Эту Лукрецию нужно потом как-то клинком. Она вырываться будет. Нафиг надо. Вырубил Эцио, ты побежал бы.
Я тут каким-то боком, я, наверное, отошел, блин. Да, я отошел стопудово. Извините, конечно. Что там? Получилось, блин. Кто-то в дверь позвонил. Есть такое не очень большое, сразу мало стражей, чтобы не запросто. И всего два, по-моему. Я все упал, и я тут достаточно много тупил. Один раз я тут конкретно тупанул. Одним. И патронов больше нет. Здорово. Ну, мы его обобрали, все взяли. Взял я ножик этот. Мой любимый. И вот здесь самое главное не запутаться, когда вы будете ее тащить, эту лохушку. Привет. Сейчас можете передать мне. Да, мы поговорим. Тут берем их очередно. И не успел, а. И 50% синхронизации, потому что зашел эта свинья мне в прошлой серии обнаружила. Если ты освободишь меня, разгневаешь Чезаре. К счастью, он в отъезде. А так было бы 100. От камеры есть что-то не обнаружил. Полагаю, что нет. Тюремщик отдал свою Лукреции. Да. Ты знаешь, где она? Ее покои в верхней части башни. Ладно, сиди тут. Считай, ключ уже у меня. Я никуда не собираюсь. Смешно, вообще никуда она не собирается. Вообще, эту ее, блин, спасает, и она грубит еще. Выделывается. Хотя она, так сказать-то, графиня этого Форли. Или Раньера, я уж точно не помню. Форли, по-моему. Она это во второй части, по-моему. Как мне сказать? В второй части игры Assassin's Creed 2 она им помогла в Венецию отчалить. И тут зам, я и тут баг. Я люблю, что мне хочется. Прикольно. Петь. Мне, по-моему, раньше Тише. Такого не было. Ты можешь только шептать об этом. Знаешь, что сделает Чезаре, если узнает? Но ты вот. Же недавно овдовел. Вроде он и надо зайти. А никак, о. Дверь-то закрыта. Чезаре всегда. Я и так, и эдак, и... Но это не и левым, и правым, блин, и сверху, нет, и снизу, а? Ну давай, открывайся, укрепцы, уже, гнида. Я вообще думаю, блин, а вы там заткнетесь или нет, а? Я думаю, может так сама дверь откроется. Нифига нет. Побежали мы вот так. Я думаю, ну да, можно тоже. Блин, тоже. Оп, и нифига. Ну сейчас с этого бока. Ну с этого бока у нас получится, потому что... Сейчас мы прыгнем уже. Что это было? И вот тут только я так, и сейчас дверь откроется. Вот стоп, на репетицию. Вот она уже прощай, открыта. Любимая. Кто ее открыл? Фиг знает. Вот. Я слышал все, сеньора. И могу подтвердить ваши слова. Отлично. А это делается, чтобы как-то посмотрим, мужу каково ему самому быть в таком положении. Так. Да, сеньора. Типа он налево тоже ходит, а она хочет налево сходить. Вот. И дверь как-то каким-то образом открылась. Это вообще меня просто убило. Вот это вот место, оно мне так продолжай, нравится. Пожалуйста. Это ужас. Не хотел прерывать тебя. Эцио аудиторе да Ференце. Я столько о тебе слышала, рада познакомиться. Жаль, Чезаре здесь нет. Он был бы в восторге. Я не враг тебе, Лукреция. Освободи Катерину, и я уйду. Невозможно. Еще не оставляешь мне выбора. Выделывает. Убийца перед нами. Стража! Перед ней стоит. Ага, она выделывается. Думаю, вот эти лохи ей помогут, а? Конечно. Вперёд! И все. Боже мой. Вон он! Оп. И...
Вот, вообще, мне вот это вот файтинг вообще нравится. Я не могу отпустить тебя, что, поэтому сказать, ты пойдешь со мной. Но если закричишь, то мне придется вырвать как твой сказать, язык. Там, главный образ атаки, что теперь нужно заточей? Всегда атаковать, не надо быть в защите. Во второй части как-то этого не было. Блин, муха это летает. Гадство, вообще ужас. Как я не люблю этих насекомых. Нереально, особенно мух, блин, этих. Комаров я еще как-то не нашел, блин. Это мухи меня просто убивают. Правда, нереально. Наконец-то в городе прохладнело, хоть маленько-то, а. Это вообще ужас. Какая духота еще. Дождик вроде должен быть, по прогнозу. Блин. Знаешь, что стало с Патрой, когда прям, закончилась твоя охота? Погода, твой друг Лоренцо лишил их всего имущества и бросил ему. Конкретно. Даже тех, кто не участвовал в заговоре. Вот это, блин, еще вот. Я бы на его месте вообще ее просто вырубил, блин. Она ему по морде просто бьет и все. Убили. А это стоит, блин, на ступени. Женщинам запретили выходить замуж. Бежал. Семейные гробницы были уничтожены. Само имя Паци вычеркнули из хроник, словно их и не было. Не знаю. Спрыгнул бы. Нет. Она стоит, смотрит. А сейчас она убежала. Я такая. Мне вот это вообще Лукреция, она вообще мне не нравится. Персонаж. Почему Эдсо вообще не убил-то? Хотя он мог. Ты закрыл глаза на последствия своих действий. Ты запустил цепочку событий, не задумываясь, к чему они приведут. Сейчас я маленько затупил, по-моему. Да, сейчас. Я вниз пошел. Зачем я пошел? Я просто подумал, что там было. Он убивает во имя великой цели. Извините, затупил. Ну ничего не поделаешь, все-таки записи я уже ничего не могу. Невежды, легкие мишени. Неважно, ты все равно не поймешь меня. Как знал, что я затупил. Сейчас мы пошли туда. Если бы там двери не было, а нет, там. Да. Если бы там стены не было, я бы туда тоже сходил бы. Я в первый раз тут вообще, когда эту миссию-то проходил, я вообще подумал, что это вообще она конец игры. Я уж вообще офигел. Думаю, что за говно я скачал. А потом прошел там, вроде ассасинчики появились, прочитал нормально. Вот мы уж с ней бежим рядом, чтобы долго ее не тащить. И вот сейчас я правильно уже к Катерине. А Катерина ее так уделает, это вообще конкретно. Ну вот, мы ее практически уже донесли. Сейчас уже кат-сцена будет. Я понял. Привет, Лукреция. Я так скучала. Иди ты к черту, шлюха! Я тоже тебя люблю. Тащи ее, я добуду ключ. О, мило. Стража! Стража! Ты мне надоела! Вот, идти сможешь? Нет. Обручный железо. Значит, идем через главный вход. Вот это вот понятно, вот это роковая женщина, она вообще любого удела. Ну видно, графиня. Как вы видели, что я на 100% все прошел. И тут уж хоть нормально, что она хотя бы не убегает от нас. Нафиг я в него клинок спрятан. Как ты здесь? А то у меня есть выбор. Нож. Два ножа. Один кинул, блин. Вообще не знаю. Зачем я тебе это? Без Форли я ничем не могу помочь.